Сейчас я вам кое-что очень интересненькое покажу вот в этом В-классе. Пойдемте за мной. Какая здесь красота! Панорама на потолке, алькантары, еще и кожа. Ух! Чего может не хватать в такой тачке? Ну, конечно, нашей мультимедиа. Смотрите, эта мультимедиа управляется с трех позиций. Первая – это шайба. Второе – это такой мощущенький пультик. И третье – как такому большому монитору и не быть сенсорным? Это же было бы преступление. Поэтому он сенсорный и очень отзывчивый на сенсор. Тут есть YouTube, онлайн-ТВ и много других приложений. И даже CarPlay есть. Вообще пушка. Сможете выводить со своего телефона, дублировать изображение сюда. Кайф? Раз, два, три. Ай-яй-яй! Блин, ты что ж такое? Я совсем забыла сказать, что такой же салон мы можем перенести в ваш автомобиль, в V-класс, GLS. И вообще мы занимаемся классным и пошивом, и полной реконструкцией салона автомобилей. Болит. А еще мы можем сделать такую перегородку, но при этом не душить водителя и сделать ему тоже место комфортным. Перегородка и удобнейшие, максимально комфортабельные сиденья от Maybach. И в перегородку можем еще и телек впихнуть. Так-то.